Ребята, всем привет! Вот мы приехали на ферму Царевича. Она находится в поселке Кримовицы. От Буды можно сюда ехать за 15 минут. Дорога шикарнейшая, новая. Сейчас будем здесь изучать и покажем все вам в округе. Как добраться, можно будет посмотреть внизу под описанием. Над рестораном располагаются такие ангары. Там загоны с козами. Пошлите посмотрим. Вот мы поднялись на самый верх уже к ангарам. Видите, там большая парковка. Вот по этой дороге вот так по кругу подняться сюда. Вот здесь уже ангары. Очень красивый вид на открытое море. Везде хорошие дорожки проложили, лавочки. Ну что, пошли смотреть козочек. О, уже их слышно. Разные породы. И коз расположили так. В самом начале самые постарше, и чем дальше, тем моложе. Вот они уже торчат, головяшки. И тут маленькие козляточки. Такой звук стоит, хруст. Жуют, жуют, кряхтят, мекают, бегают. Здорово. Ой, смотрите, маленький козленочек. А вот это так не пахнет. Да, сисечку сосет. Коза стоит, ждет, когда малышок напьется. Вообще тут очень маленьких много козляточек. Смотрите, какие они шоколадные. Не могут есть. Да, они еще молочко пьют. Травку еще не едят, сено не едят. Видите, какие малыши. И вон там стоят в углу. Видите? Тот один все время так и норовит убежать. Выпрыгнуть. Оп, зайчики такие. А здесь уже загон с баранами, с овечками. Вон, гляньте, обнялись, спят. Ярослава пищит, наверное, самых маленьких увидела. Они тоже кушают. Покрасили, чтобы отличать, когда они будут на выгуле. Тоже делит загоны по породам. Здесь белые. Ой, что-то у них у всех тихий час. А я покажи. Вон там. Ой, вижу. Здесь я тоже маленький. Спят. У них тихий час, что ли. Показывай, как. Вот так. Я держу. И тем. Еще можно спуститься вниз, погулять по вот такой набережной вдоль моря и дойти до ангара со свиньями. Вот мы сейчас как раз к нему идем. Очень красиво, атмосферно так. Большая территория, размах чувствуется. Здесь сразу телята. А здесь коровы. Какие коровы огромные. Они еще так рычат. Поильнички у них здесь. Очень крупная порода. Это, наверное, мясные коровы, не молочные. У них не развитое, не особо развитый вымя, зато они очень крупные. А здесь, как это, не свинюшник, свиные загоночки. Тут есть и маленькие просяточки. Есть, которые прям совсем родились, обещали нам показать. А эти большие спят. Все спят, у всех тихий час. Наелись. И как свинья спят, да, выражение? Крюндики. Какие. Дети наши бегают, смотрят. А это, наверное, самый популярный хряк, который... Нам обещали показать малышей и привели сюда. Вот это малыши. Вы гляньте, какие малыши. Особенно вот этот малыш. Мужик. А вот мы все-таки нашли маленьких поросяточек. Ой, какие пусечки розовенькие. Маленькие. Сись мамину ищет. Она вот с этой стороны. Ой, вот они, смотрите. Ой, бегают крюнтички розовые. Какие хорошенькие. Ярослава. Нам выдали бахилы.
шапочки. Пойдем смотреть производство сыра. Ой, что-то такая губка, где нужно подезинфицировать ноги. Жень, куда я-то, видишь? Смотрите уже сыр. Добрый день. А, там такой красивый делать. Это первый козий сыр, там трафик. Видите, они их формируют такие, потом... Да. Коза, она такую коровой делает. Вот, ага, тут его варят. Ой, производство. Ага, вот сыр сварился, откинули, с него сойдет сыворотка, и потом будут уже делать сыр. Чаны варятся, там все перемешивается. Интересно. Здесь в холодильнике вот уже с сырами есть копченый. Так, вот такие виды сыров они производят. Козий и коровий. Ферма Царевич. Можно будет купить такие сыры. Вот теперь вы видели, как их делают. Вот нам принесли сыр на пробу. Это козий копченый, не копченый, коровий копченый, не копченый. Ага, вот здесь склады, где хранятся. Да. Сюда сыры кладут, чтобы они зрели. Сушатся, зреют. Видите, козий. Коровий. От месяца и выше созревает сыр до 40 дней. В таких складах. Ну что, пойдемте пробовать. А здесь сувенирная лавка, где можно купить вкусные сувениры, прошут, сыр. Еще что-то, пойдемте посмотрим. Находится через дорогу от ресторана. Это сушара для мяса. Здесь, ага, и коптильня. Смотрите, вот так коптят мясо. Тут, кстати, довольно-таки холодно. Вот здесь его засаливают под прессом. Вот сама коптильня. Угли, и вот оно коптит, коптит, коптит. А, свиные ножки. Так, а вот они и ноги паршютовые. О, как здесь холодно. Так, интересно, а какое они используют? Да, я видела. Класс. Так, это вход в ресторан. Хотела показать вам оформление. Так, мне очень понравилось. Вот такой вот живой мох, живая картина. Красиво. Так, вино. Хранится. И там вот выход на террасу уже с видом. Ну так, национальное, атмосферное, красиво. Куршут. Сыр, куршут. Здесь можно все купить, попробовать и купить. Так, меню. При ферме. Тут есть супы, рыба, мясо. Печенье – это все, что запеченное на вертеле. Вот сач здесь же находится, вот под сачем блюдо. Потом специалитеты – это рамштек, биштек, медальоны. С гриля еда. Салаты есть. Салаты все такие национальные. Варево – это гарниры разные. Соусы. Пицца. И как эти фирменные блюда. Вот для двоих есть десерты. Ну, напитки показывать не буду тут. Хотя могу немножко вот теплые напитки показать. Соки. Да. Жестокая пища – это крепкий алкоголь. Раки, ликеры, виски. Ну, в общем, вот такое меню. Принесли нам чорбу. Ложечкой ее так достань, покажи. Ага. Вот с мяском. И печеную паприку. Я люблю такое вместо салатика. Так, принесли нам печеного поросеночка. Такой вот золотистый. И ягнятина под сачем. Продаются, подаются вот в таких горшочках. С гарниром, картошкой. Запеченная.
Смотрите, какие запасы сена для скота, для животных. Такие огромные бобины. Иди возьми. Да, пошли вот сюда, иди вот сюда. Ты им капустку брось, они, может, подойдут. Вот, ребята, мы с вами посмотрели ферму «Царевич». Задавайте свои вопросы, пишите под видео комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Поехали!